Уважаемые ветераны, разрешите поприветствовать вас со славного города Севастополь от имени действующих подводников. В этот вечер, когда мы чествуем контр-адмирала Штырова Анатолия Тихоновича, хотелось бы вспомнить об этом прекрасном человеке. Так получилось, что я в 90-х годах служил на подводной лодке «Алроса», тогда она еще называлась «Буки-871», без наименования, в должности помощника командира. И поступил водная, прибывает шефская делегация, будущие шефы «Алроса». Ну, мы немножко осторожно к этому моменту относились, потому что в то время шефов было желающих много, а вот людей, которые как бы работают, ну, было гораздо меньше. И вот в момент, когда прибыл контр-адмирал Штыров Анатолий Тихонович, у меня как-то отложилось в памяти, адмирал, человек такой заслуженный, приходит и начинает просто со мной общаться. Прекрасный рассказчик, вот просто обаятельнейший человек. У нас взаимоотношения с ним наладились, ну, буквально с первого взгляда. Вот. Могу сказать только, что за все время, сколько мы с ним общались, у меня только положительные эмоции. Абсолютно светлый человек, который не стеснялся делать какие-то даже замечания. Но эти замечания воспринимались абсолютно заслуженно, и хотелось их как можно быстрее устранить. Человек, который с прекрасным чувством юмора, человек, благодаря которому подводная лодка «Алроса» сейчас называется подводная лодка «Алроса». И в тяжелую минуту, когда подводники, черноморцы испытывали какие-то проблемы и с материальной части, и с материальным обеспечением, благодаря Анатолию Тихоновичу компания протянула руку помощи и много сделала для того, чтобы корабль был восстановлен, для того, чтобы корабль в течение многих лет был единственным ходовым кораблем Черноморского флота. И в настоящий момент вся бригада подводных лодок – это практически все выпускники этой подводной лодки. И командир бригады, и начальник штаба бригады подводника, и замкомрига этой бригады подводных лодок. В настоящее время подводная лодка решает поставленные задачи, решает их с очень высоким качеством. Командир корабля награжден боевыми наградами. Многочисленные награды награжден и экипаж подводной лодки. И благодаря вот помощи и даже моральной больше помощи Якутии, компании «Алроса», эта подводная лодка является тем, чем она сейчас является. В свое время, когда было присвоено наименование «Алроса», многие подводники, надводники завидовали лодке, что такие шефы в этой лодке, которые не оставляют корабль без какого-то внимания. И оно не только материальное, я еще раз повторюсь, это больше, наверное, моральное. Моральная поддержка людям, которые выполняют свой воинский долг. Шестого марта Анатолию Тихоновичу Штурову, контр-адмиралу военно-морского флота, подводнику, писателю, исполнилось бы 95 лет. Возможно, его имя не очень известно читателю. Мы в республике знаем его как отца нашего второго президента Вячеслава Анатольевича Штурова. У Анатолия Тихоновича удивительная судьба. И для того, чтобы говорить о нем, об его произведениях, непременно надо обозначить вехи его биографии. Родился он в Саратовской области. Так получилось, что предвоенные в 30-е годы его семью постигло горе, нищета, и в конце концов мальчик оказался на улице. Тогда военные годы и послевоенные годы достаточно много было беспризорников. И в 1944 году Сталин принял решение о том, чтобы собрать всех этих
детей-сирот и устроить их не только в интернаты, но и в учебные заведения. И в этом же 44-м году Анатолий Штуров попадает на подготовительные курсы военно-морского училища. Вот он удивительно, что он с детства бредил морем в Саратовской области. Там есть Волга, конечно, но тем не менее до моря было далековато. И эти пути дороги его привели во Владивосток, и в 51-м году он закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище. И у него было очень большое стремление учиться, и вот за эти годы он сам выучил французский и английский языки. Это, в общем-то, для офицера, для военного человека такая тяга к гуманитарным наукам, в общем-то, вопрос удивительный. Но, видимо, таким образом проявлялось его гуманитарное начало, его отношение к литературе, философским вопросам. И он еще в четвертом классе начинал писать стихи, поскольку он прошел суровую школу жизни еще в детстве, естественно, у него зарождались в голове какие-то определенные свои собственные мысли, свое видение мира, и он пытался это отразить в стихах. Его военная и флотская карьера была успешной. После окончания училища он попал на службу на Камчатку. И это было время жесткого противостояния социалистической и капиталистической систем, время холодной войны. В эти годы Советский Союз стал строить атомные подводные лодки. И он попал на подводную лодку. И проплавал на этих подводных лодках 18 лет. Это легко сегодня об этом говорить. И подводные лодки тогда совершенствовались, менялись на ходу. А он был 8 лет из этих 18 лет командиром подводной лодки. В 1968 году Анатолий Штуров становится офицером морской разведки. Такое доверялось не каждому, потому что он, как очень опытный подводник, побывавший практически во всех акваториях Мирового океана и знающий, так сказать, всех наших врагов, их не только устройства подводные и так далее, но и их планы, он очень был полезен морской разведке. И в 83-м году ему было присвоено звание контр-адмирала военно-морского флота. Ну, как мы с вами знаем, это самое высокое звание, которое присваивается, военное звание, которое присваивается военно-морском флоте. И первое его произведение, которое мне попалось в руки, это была его повесть «Путешествие в страну Колыма». Но оно привлекло, конечно же, меня в первую очередь своим названием. И потом эту повесть в свое время в начале 90-х перевел на якутский язык наш писатель, поэт Сава Иванович Тарасов. Эта вещь, в общем-то, не выдуманная. Это автобиографичная вещь, которой все события, которые происходят по этой повести, были пережиты самим автором, тогда молоденьким лейтенантом. А эта история начиналась во Владивостоке. Встретились закончивший только что военно-морское училище молодой морской лейтенант Анатолий Штуров и выпускница Политехнического института, будущий геолог. И они полюбили друг друга, но у них в те времена достаточно было жесткое распределение после окончания высших учебных заведений. И ее направили в Якутию, в Хандугу. Там был небольшой поселок Дальстроевский, и Дальстрою нужна была геологическая разведка.
а молодой лейтенант уехал служить на Камчатку. И к концу года, к весне, он вдруг узнает, что у него в Хандаге родился сын. Естественно, он собрался ехать за своей женой, за сыном, но он просто не представлял, какая ему дорога предстоит. Он долетел из Камчатки до Магадана и только тут узнал, что ему добираться до Хандаги еще 2000 километров. И по какой дороге? Это было практически бездорожье. И таежные дебри, дорога только, как говорится, угадывалась по направлению. А еще это были преодоление гор, горных хребтов, так называемые прижимы, когда дорога шла по краю пропасти, и разминуться со встречной машиной, не дай бог, если она шла навстречу, было практически невозможно. Одна из машин обязательно падала в пропасть. И вот его повесть «Путешествие в страну Колыма» описывает вот эту его дорогу к жене, к сыну, все эти приключения, которые с ним случились в дороге. Ну, слово «приключения» в данном случае, возможно, даже не подходит, потому что это были нелегкие приключения. Встречаться с таежным зверьем, с этим отсутствием дорог, проситься на случайные попутки, которые ему попадались по пути. Но больше всего была опасна встреча с людьми. Это было лето 1953 года, когда случилась амнистия, и из лагерей были выпущены уголовники. Это были люди озлобленные, не знающие никаких границ, ни добра, ни зла, и от них можно было ожидать чего угодно. Но, тем не менее, весть о том, что с Магадана до Хандаги добирается молоденький лейтенант в морской форме, она разошлась по беспроволочному телеграфу, и все, кто мог, ему помогали. Он добрался до Хандаги. Вот, собственно, сюжет этой небольшой повести «Путешествие в страну Колыма». И меня просто удивило, что, в общем-то, он писал, наверное, ее позже, не тогда, не сразу. Но все те детали, которые описаны в этой повести, все те встречи, умозаключения, анализ, говорят о том, что этот молодой человек и тогда видел очень четко. У него было мироощущение писательское, внимательное. Он все замечал, он все видел. А чуть позже, уже в возрасте, Анатолий Штыров написал про это свое путешествие в поэтической форме. И эта небольшая поэма называлась «Колымский вояж». Все, что ему встречалось в дороге от Магадана до Хандаги, и все эти встречи с людьми, которые случались, и с добрыми, и злыми, и нормальными людьми, которые старались ему помочь, и с уголовниками, это все, конечно, было историей. И он прекрасно понимал, что жизнь каждого человека, она всегда проходит на фоне декораций истории. Позже, когда не так давно, когда я работала над книгой о Вячеславе Анатольевиче Штырове, я узнала один факт. Но об этом факте в этой повести Анатолия Штырова не написано ничего. Когда он приехал в Хандугу, встретился с женой, увидел своего новорожденного сына, естественно, они стали собираться в дорогу. Но возвращаться тем же путем – это было вообще опасно и даже невозможно. И тут оказалось, что летит дальстройский самолет «Магадан». Они стали собираться, но тут он узнал о том, что у сына, у новорожденного сына, нет никаких документов. Хандага тогда была дальстройским поселком, естественно, там никакого ЗАГСа не было, и практически даже дети там не рождались. Но знающие люди рассказали молодому лейтенанту о том, что сюда время от времени приплывает
с небольшого наслега, с противоположного берега Алдана, секретарь сельсовета, и можно с ним как-нибудь договориться. А вот как они договаривались, об этом никто не знает. Но Иван Иванович Захаров, который был секретарем Ингинского сельсовета Таттинского района, он выписал свидетельство Вячеславу Анатольевичу Штурову. И вот сейчас, когда по происшествии многих лет, об этом можно думать и удивляться. Ну, не мистика ли это? Это случайное совпадение, когда новорожденному мальчику в этой глухомане вдруг выписывают свидетельство секретарь сельсовета якутского поселка, а позже, когда он, вырастая, указывал во всех своих анкетах место рождения Ингинский наслег Таттинского улуса, естественно, этот парень всегда думал о Якутии. И тут можно придумать целую цепочку того, что было предназначено судьбой вернуться Вячеславу Штурову в Якутию и работать здесь, становиться на ноги. Он работал в удачном Мирнинского района, а потом стать президентом нашей республики. Анатолий Тихонович Штуров, у него много прозаических произведений, и естественно, это, большинство из них относится к морской тематике. Он писал о том, о чем сам видел и знал. И одно то, что вот у него вышло три тома произведений, прозы, поэзии, и прозу его, предисловие к его прозе написал знаменитый, известный литературовед Лев Анинский. Это говорит об очень многом. И я хочу процитировать Льва Анинского. «Мысли Штурова насчет будущего горькие», — резюмирует Анинский. Не отсюда ли его прозвище «Неулыба»? Крушение Советского Союза – это для него крушение достойной эпохи. Ей на смену приходит оргия предпринимательства со скалом, ором и ломбадою. К этой новой свистопляске Штуров относится с брезгливой ненавистью. Конец цитаты. И Анинский подчеркивает, что Штуров писал всегда о той теме, которую только сам знал, и о той теме, которой он был предан всю жизнь, это его служба в военно-морском флоте. Между тем, читая книги Анатолия Штурова, можно увидеть, что это человек, который, в общем-то, видел какой-то глубинный смысл в тех изменениях, которые происходили в нашей жизни не так давно. В его поэзии и в его прозе можно встретить чувство юмора и иронии, которое, в общем-то, невозможно утаить, когда пишешь о сокровенном. Вот изданы, как я уже сказала, три тома произведения Анатолия Штурова. И в прологе к этим книгам автор весьма иронично пишет о некой презентации, к участникам которой он был. Издательство «Андреевский флаг» отчитывалось о работе по военно-патриотическому воспитанию. После весьма ироничного описания презентации и фуршета Анатолий Штуров пишет: «Наконец, из неизвестных микрофонов выпыхнули кряжестого старикана в ширпотребовском костюме». «А кто это такой?» – спросил один из участников. «А, это мамонт подводного флота». Так описал себя Анатолий Тихонович, вероятно, не очень комфортно чувствовавший себя в этой литературной тусовке. И далее он пишет: «Этот подводный мамонт, как меня там назвали,
Я предлагаю своим читателям повести и рассказы из военно-морской жизни, и они не выдуманы мною, а увидены и списаны с натуры. И это действительно так. К третьему тому произведений Анатолия Шторова предисловие написал Владимир Михайлович Федоров, вице-адмирал, начальник разведки военно-морского флота России. Работал до 2003 года. Он пишет о сложных боевых и разведочных заданиях, которые ставились перед экипажем подводной лодки, командиром которого был Анатолий Шторов. И в те времена, во времена Холодной войны, основу морской мощи Америки и Советского Союза составляли стратегические атомные подводные ракетоносцы. И особое значение приобретало противоборство под водой. И это направление в разведке Тихоокеанского флота, получившего в дальнейшем мощное развитие, создавал и курировал Анатолий Тихонович Шторов. Он посвятил свою жизнь Родине. Военно-морская служба ставила перед ним новые и новые задачи. Можно только удивляться тому, что такой занятой человек, улучив короткое свободное время, начинал писать свои произведения. И при этом он никогда не стремился к писательской известности. Творчество для него скорее было отдушиной, отдохновением, возможностью привести все свои чувства и мысли в порядок. Полагаю, что прозаические произведения Анатолия Шторова были в основном написаны, когда он уже отошел от дел. А вот стихи Шторова описались, наверное, по горячим следам, поскольку я тоже поэт, и я знаю, что когда приходит тебе строка, ее очень трудно бывает отогнать. Нужно писать, садиться, стихотворение. И поэтому стихи Анатолия Тихоновича Шторова более как-то доступны читателю, и читатель их может принять и сердцем, и душой, потому что в них искренние и совершенно откровенные мысли. Сегодня издается очень много книг. Вот таких книг мемуарного толка, и среди них, в общем-то, можно и заблудиться. И, наверное, сегодня писателей гораздо больше, чем в советское время. Но, тем не менее, внимательный читатель всегда выделяет настоящих, пишущих честно и правдиво. И в заключение я хочу прочитать одно стихотворение Анатолия Шторова. Белый-белый туман серебристою пылью, не садись на виски, них и так седина. Лучше ты распахни свои тихие крылья, пусть проснется у ног и заклокочет волна. Не хочу видеть океан тихим и спящим, пусть развеют ветра синь безбрежной дали. Я и в прошлом своем, и настоящем так увидеть хочу свои корабли. Я хочу океан, чтобы шире раскачалась, я твой холод дохну, надышусь до пьяна. Я бы отдал тебе жизнь от начала, только жизнь у меня, к сожалению, одна. Да, жизнь у всех одна, но, наверное, надо было ее прожить так, что в день твоего 95-летия, когда ты уже давно ушел из жизни, тебя вспомнили не только дети и внуки, но и твои сослуживцы, начиная от адмирала до лейтенантов, писатели и читатели разных рангов на просторах России. Именно такую жизнь прожил Анатолий Тихонович Шторов. Thank you.
Сегодня, насыщенный юбилейной датами год, для жителей Хабаровского края мы являемся свидетелями исторического события нашего города. Мы собрались здесь для торжественного открытия мемориальной доски, увековечивания памяти контр-адмирала, военно-морского деятеля, писателя-мариниста Штырова Анатолия Тихоновича. С 1960 по 1964 год проходил службу в городе Советская Гавань в должности командира подводной лодки. Проживал с семьей в доме номер 13 по улице Первомайской. У него очень отличный был экипаж. Очень отличный. Но этот экипаж надо же воспитать, его надо потратить на это время. Не имея ни одной аварии за время службы на подводных лодках, он проплавал 18 лет. Из них 8 лет он был командиром подводной лодки. В Советской Гавани была подводная лодка С-294, средней подводной лодки. Время было очень тяжелое. На боевую службу выходили с двумя атомными торпедами. И ответственность у командира была огромнейшей. Но я хочу привести слова, которые посвятил корреспондент газеты «Красная звезда» капитан первого ранга Черкашин. Есть в морской разведке один тертый жизнью битый начальством адмирал из командира подводника. Друзья его зовут Канарисом. Я считаю, что это Шерлок Холмс в морском варианте. Большая заслуга состоит в том, что он один из первых предугадал место гибели подводной лодки К-129, которая вышла из Камчатки. У нее на борту 3 ядерных ракеты. И она исчезла, как бы без... Исследно. Анализируя обстановку в районе Гавайских островов и работу американских помогательных судов, он указал место гибели этой подводной лодки. Это было настолько неожиданно, это было настолько непонятно, ну, что его, откровенно говоря, разведуправление военно-морского флота в Москве не приняло. И после этого его успешно перевели в оперативное управление из разведки. Больше разведки не было. Наши библиотечные из поселковой, значит, библиотеки книги стал читать, и я понимаю, что это я уже читал. Кто это? Что это? Я прочитал полное собрание сочинений, и я могу сказать, что я был не один, потому что по карточкам можно проверить. Штырова у нас в поселке знают. Его творчество знакомо людям, которые вообще читают книги. Объявляется минута молчания человеку-легенде,